Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 по цифре 1 на странице 111 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Реши задачи. Один фермер посадил 4 десятка яблонь, а другой на 6 десятков. Другой 6 десяток. Насколько меньше десятков яблонь посадил первый фермер? Чтобы узнать, насколько, нужно из большего числа вычесть меньше. То есть нужно из 6 десятков вычесть 4 десятка. Это получится 2 десятка. На 2 десятка меньше яблонь посадил первый фермер. Записываем ответ на 2 десятка меньше яблонь посадил первый фермер. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.